Я всех приветствую. Зовут меня Ирина. Участвую в суперкопилке с 2019 года. Сама суперкопилка работает уже 8 лет. Начала она свое существование в 2013 году. Чтобы понять, как работают наши деньги и почему это сообщество не закрывается, не скамится, как это происходит в других проектах, я вам настоятельно рекомендую изучить практику новичка, чтобы ориентироваться во всех разделах этого сайта. Итак, давайте смотреть. Заходим на главную сайта и смотрим партнера. В выпадающем окне нажимаем «Практику». Пошаговое обучение в форме тестов для правильного старта. Что вы получите от обучения? Практикум в виде тестов – это специальная пошаговая программа обучения, которая поможет вам правильно и, самое главное, выгодно стартовать в нашем сообществе. В процессе обучения вы поймете, почему участие в проекте абсолютно безопасно и почему можно смело участвовать, инвестировать и приглашать своих близких. Пройдя обучение, вы будете знать проект в совершенстве, а участие станет легким и еще более выгодным. Вы узнаете, как создавать программы с максимальной прибылью и удачно использовать все предложенные нами бонусы. Тесты составлены так, что вы, прочитав материал, сможете легко выбрать верное утверждение и пройти урок практикума один за другим, не дожидаясь проверки супервайзера. От вас потребуется лишь желание изменить свою жизнь к лучшему и пару часов свободного времени в день, которое нужно будет выделить на прохождение нового курса. Взамен мы гарантируем массу полезной информации, которую вы с легкостью сможете применить на практике, получая при этом стабильный заработок с помощью грамотного построения своей стратегии участия и пассивного дохода. Для прохождения тестов заполните форму. Здесь вы пишете имя и фамилию, по которым вы зарегистрированы в суперкопилке, и вашу почту, и номер телефона. Нажимаете «Отправить». При прохождении тестов, если у вас будут предложения, как можно улучшить тесты, либо возникнут вопросы, сложности с прохождением определенного урока или отдельного его раздела, отправьте сообщение через раздел «Помощь» в своем личном кабинете, выбрав тему обучения. Укажите в обращении номер урока и курса и приложите скриншоты с теми вариантами ответов, которые считаете верными. Ваше обращение будет рассмотрено, и вам подскажут, какие разделы или какие части материала нужно переизучить, чтобы выбрать верные утверждения. Если вы потеряли ссылку на нужный урок и не можете продолжить обучение по каким-то причинам, отправьте обращение, указав номер урока и курса, на который нужно выслать ссылку. Ваше обращение будет рассмотрено, и вам помогут продолжить обучение. Обратите внимание, помощь в прохождении практикума может оказать только супервайзер, обратиться к которому можно, отправив сообщение через раздел «Помощь». Просить помочь пройти урок у участников в чате сообщества запрещено и будет расценено как нарушение правил чатов и повлечет за собой соответствующие меры, вплоть до блокировки возможности писать сообщения в чате. Мы заинтересованы в компетенции своих участников. Нам важно, чтобы абсолютно каждый участник прошел полный курс обучения, ознакомился с нашими программами, целями и планом на будущее. Пройдите обучение в виде тестов и рекомендуйте своим партнерам и новичкам. Помогите всем узнать суперкопилку получше, тем самым вы окажете неоценимый взнос в развитие и продвижение нашего сообщества. Ну, от себя скажу, что практикум новичка я уже давным-давно прошла. Знаю, как работают мои деньги. Я уже вышла на пассивный доход. Это главный продукт суперкопилки, к которому стремятся абсолютно все участники. Желаю вам также пассивного дохода. Вы можете отдыхать, а денежки в кабинете вам будут накапливаться, и вы их выводите каждую неделю, как это делаю я и другие мои партнеры, либо вообще другие участники сообщества «Суперкопилка». Всем больших доходов! Пока-пока! До следующих видео!